Привет всем! Вы на нашем канале. Наш канал посвящен путешествиям, но сегодня на улице идет дождь, а мальчика немножечко приболела, кашляет. Поэтому мы не можем никуда идти. Решили сделать путешествие в мир науки. И мы решили сделать лизуна. У нас есть такой вот набор, такая коробка. Мы его, правда, уже открыли, все приготовили. В эту коробку входила инструкция, мы ее изучили. Есть вот такая вот баночка мерная, ложечка. Есть такой белый порошок. Бумажка, да, можно и пытались что-то сделать. Палочка, чтобы мешать. Есть красители, два вида краски. Одна краска синяя, другая зеленая. Есть такая баночка с красителем для того, чтобы этот лизун потом светился. И у нас он будет светиться. Когда будет лизун готов, мы положим его вот в эту вот коробочку. И будем вот в этой вот прозрачной баночке делать. Мы приготовили уже теплую воду для того, чтобы разводить. И тряпочка, чтобы тираться. Все, мы готовы. Приступаем? Будьте с нами. Мы берем баночку. И в баночку наливаем водички. Нужно 25 мл. У нас есть такая вот пробирочка, где можно отмерить. Но мы решили отмерять шприцом. Будет быстрее и точнее. Давайте помогу. Все, мы набрали вот сначала 10. Сливай. Наберем еще 10. Вместе. Вместе, да. Вот так вот. Отлично. Наберем еще 5. Правильно. Где у нас 5? Вот так 5, да? Отлично. Теперь в эту воду мы добавим одну ложечку вот этого белого вещества. Набираем. Одну ложечку хватит. Теперь надо его размешать. Положим сюда. На, мешай, чтобы растворилось оно. Так, мешай. Что с ним можно делать с лизуном? Лепить. Вот, смотри, хорошо растворяется. Я сегодня брусок сделала. Что сделала? Брундука. В этой баночке будем делать самого лизуна. Да? На, наливай, давай вместе. 5 набирай. Где деление? До 5 деления. Молодец. Наливай. Хорошо. 20 мл вот этого вот клея. А ты пока знаешь, что сделал? Я пока налью сюда клей, а ты возьми вот эту, вот этой стороной, набери ее, да, давай. Сколько? Хорошо. На, возьми и раствори в нем, пока, вот так. Может даже, ну, это в воде растворим. А я пока налью вот эту силиконовую клей сюда. Немножко на стенках, когда сливаешь. Есть. Растворилось что-то? Может, что немножко? Растворяется. Растворяется? А давай еще немножко. Давай, чтобы она лучше светилась. Давай побольше возьмем. Давай. На, давай. Ну все. И тогда он будет более лучше светиться. О. На какого-то будем делать цвета? Синего или зеленого? Темно-зеленого. Темно-зеленого, значит, побольше зеленого нальем. Так, ты крути, а я буду капать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хватит 6 капелек? Да. Посмотри, какого. Вот такого я и хотела. Хотела такого? Ага. Ну, класс. Смотри, растворилось как. Давай, выливай.
Давай со стеночек соберу. Соберу со стеночек. А на улице идет дождь. На улице так. Сырая погода. А потом, когда туда бы нальем по второй части, начнет получаться лесу. Вот такая штука получилась. Смотря, смотрите, какая штука получается. Значит, покрутим. Я посмотрю, как это растворилось. Хорошо. Теперь крутим. Крутя, я буду потихонечку наливать вот это. Ты крути. Мешай. Получается. Не можешь, что уже лизун. Густой же получается. Давай. Да, лизун. Теперь вот образуется лизун. Смотрите, ребятки, смотрите. Густеет прямо на глазах. Сейчас будем мешать, пока он совсем не загустеет. На, покрути теперь ты. Какашка какая-то. Получается лизун. Нет, на палке это какашка. О, какая штука это получается. Какашка. Здорово. Интересно, он будет светиться или не будет? Ну чего? Сейчас мы его снимем с палочки с этой. Какой-то очень липучий. Он сначала будет липучий, а потом еще немножко покрутим, и он перестанет быть липучим. Густой. Цветастый. Ну что, берем руками? Да. Давай, воду сольем, давай все положим. О! Лизун получился. Воды не должно быть. Опа. Майка прикольная вещь получилась. Все. Теперь можно его беру руками. Она будет липнуть к рукам, а потом прекрати липнуть. О! А, какая штука. Склизкая. А? Склизкая. Зеленого цвета. Малыш. Мне малыш. У тебя маленькая штучка? Ага. Как у тебя? Ой, смотри, он ко мне липнет еще. Малышенький. У тебя уже получилось, а у меня еще липнет. Вот он уже, кстати, меньше липнет, на самом деле. Он сейчас высыхает. Маза какая. О, какая масса. Он будет растекаться. Да? Он сейчас растекается. Нет, растягивай. Вот так. А, вот так вот, что? Сейчас. Я зри. Ну все. О, смотри, он уже набирает. У меня рука уже он почти сухая. Так сейчас наберем. Соберет всякие вот эти вот. То, что вот ко мне присыл. Сейчас сделаем. А? Это мы сейчас сделаем. Что сделаем? Ну, давай еще об этом сделаем. Давай. Всего. Можем оставить вот эти баночки. О. Давай, пока он будет сохнуть, а мы можем еще одну сделать. Давай зато используем. Сейчас мы сделаем вот. Он же стек. О, смотри, он уже выходит отсюда. О. Положим вот эту баночку, которая для него специально предназначена. Он уже почти не липнет. Это баночка для нашего лизуна. А теперь сделаем синего лизуна. Давай возьмем.
Набираем опять сюда водички. Классно. Давай сейчас это протрем. Делаю еще одного, да? Ага, пока я что-то делаю. А у нас есть еще здесь немножко? О, есть еще. Помогите, я лесу. Помогите, я лесу. Как его зовут? Пять капелек. Раз, два, три, четыре, даже шесть. О. Да я хочу. Давай. А я пока вот эту вытащу. Где у нас желтенькая? А, вот она. Сейчас мы соберем палочкой. Теперь я стяну лизуны. А он снимется потом со стены? Не хочет прилипать, он упал. Не хочет прилипать? Давай, делаем лизуна. Делаем лизуна, светящегося лизуна. О! О, у нас синий лизун получается теперь. Давай того посмотрим. Пусть это немножко постоит. О, он застыл. Кстати, классно застыл. Теперь совсем не липнет. О, ребят, какой лизун получился. Посмотрите, какой нос. Сейчас мы того тоже извлечем. Это достанем? Давай. Давай достанем. Вау. Один зеленый лизун, второй синий лизун. Сейчас мы его достанем, покажем. Ну что, достаем? Ага. О, лизун лижется. Он пастырь был? Вот, ребят, смотри, какой лизун. Прозрачный, да, он сейчас, давай сюда положим. Он пусть немножко подсохнет, да? Ну хорошо. И положи сюда, вот он немножко подсохнет. А потом? А давай теперь положим, да, пускай ему немножко полежит. Дайте ему 15 минут полежать, и он перестанет прилипнуть. Клади. Ты его не папа, не кто ты стоп. Я ему монстр, а я ему мама. Я монстр, а ты мама, да? Поэтому ко мне липнет. А ко мне нет. Вот такие у нас получились два лизуна. Один синий, второй сейчас я его достану, покажу. О, это уже хорошенький такой. Зеленый. Да. Сюда вот клади его. О, какой лизун. Он еще... Значит, жив мокренький, но скоро высохнет. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось, как мы сделали лизунов. Нам очень лизуны очень понравились. И оставайтесь с нами, путешествуйте с нами. Всем привет, пока. I love you. Мы вас любим. I love you. Пока.